Еще один шедевр Репина, который представлен на нашей выставке, это картина из Нижегородского художественного музея. Она называется «Мужичок из робких». После своей пенсионерской поездки во Францию Репин на один год приехал в свой родной Чугуев, городок, который находится в Харьковской губернии. И здесь он писал своих знакомых, горожан, и несколько образов своих знакомых он сделал, и в том числе вот эта картина. Она написана в 1877 году. Конечно, это не портрет в чистом виде, это такой тип человека, образ собирательный, но с каким мастерством и вообще удивительным совершенством написана эта картина. Известно, кто позировал художнику, но уже современники отмечали двойственность психологической характеристики этого мужичка. Например, Мусоргский говорил: «Мужичок-то шельма, то есть попадись ему на большой дороге, он и убить может». То есть вот эта двойственность характеристики вообще может быть такого крестьянина, простого русского человека. С одной стороны, он такой забитый, робкий, но с другой стороны, если его довести до отчаяния, то он может и убить. И действительно, вот этот его глаз, прописанный художником, один глаз просто, можно сказать, совсем не видно, а вот этот вот, как Стасов писал, такой стеклянный глаз его просто впивается в человека и не оставляет равнодушным никого, кто смотрит на этот портрет. Конечно, сама живописная техника, вот можно просто близко посмотреть эту картину у нас на выставке и оценить все совершенство художественной техники Репина.